видимо. Мне, конечно, печально, что он такой ротобран, блядь. Красотка же немножко. У нас добрый вечер, добрый вечер. У нас время 10:30. Ты волосы красишь? Я буду на телефон копить деньги. Да? Чтобы подарок мне делать. Прикольно. На день рождения? Нет, на Новый год. А ты бабушка, блин. У меня клиенты начинают. Переплюнька. Сейчас я... Да, мне еще Ксюша должна деньги. Все, слава Богу. Мне дорогой. Зачем он дорогой, Жень? Угу. Вот эти. Мне нужен дорогой. Полить, надо мне. А что, грузины забанили? Забанили. Что-нибудь всякую херень писать. Ох, не сделай так. Что не сделай? Одинцова. Ну-ка. Плотно чувствуешь себя? Ну, вроде да. Вот тут этот меру большой. Не приклеен кожа? У меня как будто все там приклеено. Плотно? Ну. Не знаю, сколько, как они будут. Я первый раз это делал. Ну, конечно, длину же мы спилим, потому что они еще купили. Ну, чуть-чуть, на сколько спили? Ну, вот так вот, здесь половину. Чуть-чуть. Я бы не хотела их опиливать сильно. Прям, конечно, мне кажется, она слетит как будто. Почему? Не знаю, что-то страшно. Кто там собрались пилить? Мозги, привет, как дела? Отлично. Ну, если слетит, если ты так будешь дергать, то они любые ногти слетят. Он неправду тебе говорил. Поэтому, да. Он неправду тебе говорил. Да он всякую чужим говорил. Все-таки, как он... Да. Недостойный. Ты ровно держи, ты зачем их наклоняешь-то? Давай. 29 человек, 31 человек, Наташа. Mm-hmm. Всем привет, мои хорошие. Не знаю, первый раз делают. Насколько они хорошо выдержат. Привет, красотка, привет. Хорошая малышка. Привет, привет, землемета. Как дела, как день прошел? У меня прошел день отлично. Почему ты думаешь, что слетят? Не знаю. Давай, ладно. Суши хорошо. Сейчас надо нажать только. Можно на эфир, нет? Привет, красавица, привет. Всем привет, ребят. Как настроение? У меня отлично все. У тебя тут есть, конечно, вся в тату. Вообще вся, просто полностью. Ну, это хорошо, что отлично, у меня норм весь день на работе был. Ну, классно. Вот это вот слабенько, мне кажется, как-то сидит. Вот это? Да. Почему слабенько? А, больно аккуратно. Как слабенько? Не знаю. А, Наташа, больно. Не знаю, как слабенько-то. Нормально. Тебе плотнее как будто. Почему ты так красиво? Спасибо. Офигеть. Снежана нормально же спросила, что спросила. Я не понимаю тебя, как тут нет. Сейчас минутку только пролистну пока. Привет, Москва, что вы собрались пилить? Чисто ебану заблокирую. Можно на эфир, подожди, Наташечка, сейчас.
ты откуда? Почему ты такая красивая? Нет. Нет, нет, хорошая малышка. Потом Френч, хорошая малышка. Сейчас этого тоже еблана заблокирую, который жжет. Ты сушишь? Ты сейчас да. будешь сидеть, потом нет. Не говори, что у тебя что-то плохо. Спасибо за бежало. Розочки большое. Не пришла ты на нее. Я просто некоторые заблокировала. Привет, малыха, привет. Просто некоторых 40, прикинь, людей сидят. Потому что у меня 2% штрафования. Привет, моя хорошая. Вот всем... Мне будет очень приятно, если вы все подпишетесь. Также, если посмотрите мои видосы. Эфир залетел, просто рекомендации. Еще эти подушки выпуклые, вообще не могу бесяло. Ты откуда? Забайкальский край, Россия. Меня зовут Снежана, мне 22 года. Ты будешь вертеть, они у тебя отлетят. Потом мне говорят, а что кто-то верчу. Сделал. Потому что ты тут тыкаешь, ты же села делать и не играться. А не тыкала даже им. Один пидорас пишет, пошел нахуй, долбоеб. Не долбоеб, такую хуйню пишет, Наташа. Я бы тоже к тебе не надо, прикинь. Пидорас мохнатый. Только спасибо большое, ребята. Давай быстрее лампу. Не знаю, кого-нибудь жаться. У тебя вообще подушки прямо вверх растут. Привет, привет. Лучше пусть будет меньше народу, зато будут все качественные, хорошие, я не знаю, чем будут их дохуя и будут озабоченные придурки сидеть. Тот, что реально я поняла, сразу меняется. Ну, мне не знаю, приходит что ли осознанность, я не знаю. Не кожа прилип? Ну, вот этот не сильно, а вот этот как будто да. Ничего не на коже.